Всем привет, с вами Гимлот, и сегодня мы продолжим играть в кружку Half-Life 2, эпизод 2, то есть второй эпизод, и я сейчас нахожусь в тайнике, который мы открыли в конце прошлой серии, там, кстати, Алекс отбивается от зомби, поэтому давайте мы ей чуть-чуть поможем. Ха, гранатомет, вот это здорово! Это чудесно, но нам тут радар показывает, что есть еще один тайник. И если мы соберем 5 тайников, нам дадут что-то. Давайте мы это и попытаемся сделать, вроде бы. Угу. Вот они. Вот они. Ну и машины. Да. Лови колесико. Отлично. Теперь вопрос. А тайник вверху? Алекс, подскажи мне, где тайничок? Так. Ну да, начало серии так себе. Циркулярка. Сигнал ловится, но я ничего не вижу. Аналогично. Что скажешь, Гордон? Сигнал ловится, но я ничего не вижу. И я ничего не вижу. В чем тут подоплека? Опять провод там что-нибудь с ним. За дверью ничего нет. А, нашел? Без ничего. Понятно. Берем побыстрее все. Тя-тя, пойдем, пойдем, пойдем. Ага. И уйдем отсюда. Алекс! Алекс, поехали отсюда. Ура, мы ограбили второй тайник. Сейчас будет загрузочка. Цель номер один, это же мы. Гордон, что ты на радаре? Опять? Зачем комбайнам устраивать в этой глуши заставу? Чтобы я нашел что-то на радаре и... это прямо здесь. Не возражаешь, если я подожду в машине? А, что там? Так. Скорее всего, это выше. Да. Значит, Алекс пошла бы с нами. Вот это место. Ботинки. Идем дальше. Хорошая природа, птички поют. Прекрасный вид. Едем дальше.
заправка. Ничего не надо. Родина. Так. Это ловушка. Гордон, скорее, внук! Холодильник. Первое, я хочу знать, что у нас в подвале. Мы окружены. Мы совсем окружены. А вот здесь неплохо. Так. Вот это нечестно. Момента нам тут сидеть. Нет, другой. Есть. Что там у тебя? Пучком. Нет, 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 нет. Вообще самое лучшее уйти в подвал. Мятеж. Так. Слышишь? Я слышал. Сколько мы еще так будем веселиться? И где она? Thank you.
Да, без снарядов. Пока они не прислали подкрепление. Ура. Я сам бы рад уйти, потому что... Потому что как мы уйдем? Нет? Ладно, похоже, дальше идем пешком. Окошко. Нет. Я слишком толст для того окна. Окошко. Нет, не в это окошко явно. Ну, как бы... Кроме этого окна я больше ничего не знаю. Что-то надо. Рыс! Найдем источник питания этого поля. Вот. Отлично. Источник питания этого поля, он за вот этой дверью. А мы можем, кстати, выйти, да? Здесь. Ой. Ну, в общем, он там. Источник питания. Робот идет вдоль холма к тем зданиям. Проверим сарай на вершине холма. На вершине холма. А я не могу выйти ни в одно окно. А, нет, все, я что-то я. Здесь? Зарядимся. Да, потупил немного. Ну что, идем на вершину холма. Хороший был домик. Так, давайте возьмем автомат. Автомат. Который... Их все больше! Ой! Кстати, хорошее средство, кажется, подствольник у плазменного оружия. Так, что у нас здесь? Снаряды как 28. Здесь у нас как что-то есть. Где еще можно разъедниться и там целиться надо долго. Та-т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 а. Ну, какой там
штука стоит. Ага, заднего входа нет. Попробуем. Можно сделать так. А, тут есть бесконечные гранаты. Что меня радует. А вот источник питания поля. Они позаботились о защите от посторонних. Попробуй отключить щиты, чтобы ты подобрался к реактору. Ага, похоже, я смогу их отключить, но тогда мне придется остаться здесь. Попробуем. Ну, ничего страшного, мне жить недалеко. Ой, прости, Гордон, здесь плохо пахнет. И что? Я не могу тебе помочь. Попробуй выключить реактор сам. Однажды это станет сюрпризом. А, это Алекс. Так, реактор. Стекло не разбивается. Да мне не пройти. И что мне делать? Через стекло оно не работает. Лестница. Краб, здравствуйте. Внимание, в крови обнаружено ОВИ. Ничего система себе, он меня кинул. Система жизнеобеспечения включена. Морфий введен. Так. Почему ты не вынимаешься? Нажимаем на кнопочку. Думаю, это должно было сработать. Посмотрим, что скоро. Будем надеяться, больше комбайны нам не попадутся до самой белой рощи. Я тоже буду на это сильно надеяться, потому что сколько у меня? Один подствольный. Так, сейчас я посмотрю. Так, серия уже идет 19 минут с хвостиком. Тут вход в подвал был обычный. Так, поехали. Опа, нет, стой. Я вижу короткую дорогу, но я сначала хочу осмотреться. Куда я улечу? И не будет ли там тайника? Ну, хотя ладно. У меня ощущение, что я разобьюсь. Ой. Так. Ну что, садись, Алекс. Это странным образом, почему нельзя сесть сбоку. Берегись! Я удивлен, потому что в первой части это было фатально.
Радар ничего не говорит. Радар молчит. Значит, едем дальше. Тихо. Просто. Вот оно. Якорь. Сверху. Ух ты. Так. Камень, а почему-то выше. Не поднимаешься. Так. Не, ну, судя по всему-то, мне надо... Нет. Мне надо было туда закинуть камни, похоже. Который я выкинул. Ну, зацепись хоть как-нибудь. Камушек. Камушек ушел мимо. Пенек. Пенечек. Давайте кидать его. Искосок. Понятно. С меткостью все чудесно. Так. Ладно, вот. Что такое пенек? Ну! Да... Что ж оно не попадает-то? Так. Ну что ж, давайте я тогда закончу на этом. Вот эту штуку я сниму попозже, где-нибудь за кадром, потому что это чувствуется надолго. Скажу вам большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Увидимся в следующей серии.